Воскресенье закончилось голосование в поселке Абан Красноярского края. Там проходили досрочные выборы депутатов районного совета. В голосовании приняли участие чуть больше 8 тысяч жителей. Это 52% избирателей. Большинство голосов взяла партия «Единая Россия», на втором месте «Справедливая Россия», на третьем ЛДПР. Однако основное внимание на этих выборах было приковано к скандально известному главе районной администрации Михаилу Кривицкому. Он баллотировался как самовыдвиженец и не набрал достаточного количества голосов. Теперь Кривицкий будет работать в прежней должности до первой сессии райсовета. Напомню, что именно из-за него были назначены досрочные выборы. Все дело в том, что Михаил Кривицкий стал известен на всю страну из-за скандала, связанного с «Единой Россией». Когда он возглавлял местное отделение партии, 60 единороссов написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву. В нем они обвиняли Кривицкого в коррупции и воровстве и хотели выйти из партии. На некоторое время Михаил Кривицкий покинул свой пост, но позже вернулся, протестовав свою отставку. Из-за этого конфликта законодательное собрание края распустило Абанский совет депутатов и были назначены досрочные выборы.